Автоматизация систем управления в бизнесе – один из главных механизмов для успешной реализации собственных проектов. Сегодня в Самаре прошел семинар для предпринимателей, которые лицом к лицу столкнулись с пандемией коронавируса. Участникам рассказали о том, как перестроить работу в новых реалиях, оставаться востребованными на рынке и получать стабильный доход в это непростое время. Система управления предприятием – достаточно сложный процесс. Итоговый успех всегда зависит от того, насколько правильно выбран вектор развития. Автоматизация в систему управления на предприятии. Это и контроль, и доведение распоряжения руководителя, это работа с клиентами, это удаленный доступ и работа вот в удаленном состоянии обязательно сейчас. Сейчас это очень актуально, когда люди боятся выйти из дома и в основной своей массе там, да, пытаются общаться дистанционно. Семинар прошел сразу в двух форматах. Некоторые участники пришли послушать спикеров вживую, а другие предпочли остаться дома перед экранами своих смартфонов и компьютеров. Татьяна Шачнева вместе с коллегами занимается проектированием высоковольтных линий. Ее компания существует уже больше года. Представители городских властей оказывают бизнесменам всестороннюю поддержку. Во многом это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Арендуем помещение в Самарском бизнес-инкубаторе. Очень удобно, что помещение предоставляется в полной комплектации с оборудованием и с мебелью при относительно низкой цене арендной платы. В период пандемии бизнес-инкубатор предоставил отсрочку по оплате арендных платежей, что поддержало наш бизнес в этот непростой период времени. До конца года в Самарском бизнес-инкубаторе пройдут еще несколько лекций и вебинаров для предпринимателей. Темы для семинаров будут формировать из запросов участников, которые они оставляют в социальных сетях. Также каждый желающий сможет обсудить интересующие его вопросы индивидуально, один на один со спикером. Участие бесплатное. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.